Пожар в одном из зданий предприятия «Одесса-кондитер». В обеденное время в третьем водопроводном переулке загорелось одноэтажное здание. Сегодня примерно в час дня загорелся тарный цех предприятия «Одесса-кондитер». Дым было видно во всех районах города. По информации спасателей, на месте никто не пострадал. Пожежі був присвоєний підвищений ранг виклику пожежі номер 2. Всього на гасіння пожежі було подано 6 вогнегасячих стволів, задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіки особового складу. Меньше чем за час возгорания удалось локализовать. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.